После встречи с главой бакинской администрации и подписания важного соглашения, мэр Тбилиси отправился на встречу с главой Азербайджана. Он тепло принял грузинского гостя и заявил, что эта встреча очень важна для него. Он также приветствовал подписание межгородского соглашения, назвав это правильным и естественным шагом. По словам президента, две страны тесно связаны, поэтому неудивительно, что города стали братскими. Столицы государств являются уникальными, ведь в них находится множество памятников, которые предоставляют не только архитектурную память, но и историческую. Немного осталось городов, которые могут похвастаться старинными постройками, которые сохранились до наших дней. По мнению Алиева, две столицы являются алмазом на Южном Кавказе, ведь с их красотой не поспоришь. Благодаря этому города являются экономичными и культурными центрами. Безусловно, контакты между двумя городами будут и должны стать более тесными после подписания соглашения. Планируется составить совместный бизнес-план. Президент выразил желание, чтобы осуществлялись много взаимных визитов, чтобы представители общественности, СМИ и знаменитости навещали друг друга регулярно. Ведь и Тбилиси, и Баку не похожи ни на один другой город мира. Алиев подчеркнул огромные старания грузинского гостя, которые направлены на сохранение уникальности города и его исторической памяти. По мнению Алиева, это очень важно, ведь именно старая часть Тбилиси сохраняет в себе невероятные архитектурные решения, что позволяет жителям и гостям столицы не забывать о наследии веков. Конечно, без развития города не обойтись, и Алиев выразил уверенность, что мэр Тбилиси очень четко все продумал. Мэр Тбилиси сказал, что очень благодарен за теплый прием и очень рад встрече с Алиевым. Мне всегда было приятно посещать город Баку. Баку, его культура, традиции, люди всегда восхищали меня. Город с каждым днем становится все красивее, улучшается. Мы его приветствуем. Я еще раз выражаю свою любовь. Я очень благодарен за сегодняшний визит, сказал мэр. Он также поблагодарил за поддержку территориальной целостности и суверенитета Грузии. По его словам, Грузия со своей стороны всегда поддерживает территориальную целостность и суверенитет Азербайджана. Подписан важный документ о партнерстве, но мы всегда были братьями, мы всегда были друзьями и поддерживали друг друга. Лично для меня Азербайджан очень близкая страна, у меня здесь много друзей, резюмировал мэр Тбилиси.